Привет всем! Сегодня посоветовали место для рыбалки. Не знаю, будет видео по рыбалке или не будет. Если будет, то это будет другое видео, не это. Сейчас хочу вам показать просто красивое, великолепное место. Здесь есть пляж. Здесь просто великолепные пейзажи. Не знаю, как дойти до того пляжа пока что. Вон там, с той стороны, есть съезд. Я не уверен, конечно, что туда можно заехать. Но, возможно, и можно. Вот здесь внизу парковка, где, собственно, я и оставил машину. Думаю, что дорога до пляжа должна быть. Очень много лодок. Здесь есть рыбаки. Скалистые, обрывистые берега. Здесь вот панорамная площадка. Сейчас я тоже покажу. Там памятник Деве Марии, возле которого очень много цветов погибшим людям. Вот здесь маленькая церковь. Вот так выглядит карта. Ну и здесь, собственно говоря, панорама с историческими описаниями всяких мест в округе. Что, где, когда происходило. Что где находится. Ссылку на это место я оставлю в описании. Кому интересно, приехать, может быть, погулять, посмотреть. Место действительно сказочной красоты. Мне очень нравится. Очень много лавочек, где можно посидеть. Очень много пейзажей, которыми можно полюбоваться. Сюда люди приносят цветы, куча табличек умершим. Не знаю, почему именно здесь, в этом месте. Возможно, это люди, которые погибли в море. Возможно, я ошибаюсь. Много парковок. Вон там есть парковка, туда дальше есть еще одна парковка. Они небольшие, но их достаточно немало. Вон там внизу тоже, прямо возле парковки, получается, находится небольшой галечный пляж. С детьми на нем будет не фонтан, потому что там большие огромные валуны и скалистый берег. Но место великолепное. Опять же повторюсь, куча всяких лавочек для любителей, возможно, почитать на природе, посидеть, посмотреть, полюбоваться. Место очень рекомендую к посещению, прям очень. Сейчас буду смотреть, возможно, вот здесь вот везде вниз можно спуститься. Но это уже, если будет, то видео про рыбалку. Если оно, конечно, будет. Но это не точно. Очень часто встречаю кошачьи городки. Они здесь очень распространены. Вот такого плана куча домиков, куча котов. Кто-то их приходит здесь все время кормит. Вот один из них сидит. Вообще для котов здесь очень много домиков всяких строят прямо на улице. И я, честно говоря, до конца не понимаю, так коты все-таки считаются домашними чьи-то. Или это бездомные коты и живут вот так на улице. Непонятно. Но в любом случае у них есть своя жилплощадь. Французы очень любят историю.
везде таблички с описанием мест, везде описано, что происходило, когда происходило, кто участвовал. Везде ступеньки, везде все облагорожено, лавочки, мусорники, опять же. В общем, в этом моменте есть с чего брать пример. Пляж находится вон там. Сейчас попробуем спуститься, посмотреть. Тут везде частная территория, домики возле берега. Но, несмотря на все это, здесь есть проход вниз. Что, в принципе, не может не радовать. Потому что у нас обычно, если все застроено домиками, то ни о каком проходе вниз к воде речи быть не может. Я уже не говорю о проезде. Проезд как бы у нас тоже везде закрыт. Здесь не скажу, что всегда, но в большинстве случаев дорога идет до самого моря. Есть парковка, есть где припарковаться. Не нужно идти 5 километров пешком. Хотя иногда, конечно, нужно. Но в большинстве случаев здесь вот так. Выход к морю. Вот такой пляж. Очень интересное место. Я думаю, очень интересное место для плавания с маской. Большая территория. Ну, в общем, тут очень красиво. Настоятельно рекомендую. Для тех, у кого есть возможность сюда приехать. Проход к пляжу здесь все-таки есть. С этой стороны. И есть проход к пляжу вон с той стороны. Единственное, что нужно пройти через лабиринт всех вот этих вот улочек частного сектора, по которым, ну, на данный момент ходить мне лично неудобно, потому что они настолько маленькие и узенькие, что все время кажется, что ты зашел кому-то во двор без приглашения. Возможно, летом, когда здесь побольше людей, такого впечатления не складывается. Но сейчас это именно так. Вот тут 100% летом открывается кафе с вот такой вот террасой. Ты идешь сюда вот по такой вот улочке между домами. Есть несколько проходов сюда, сюда. Везде двери, везде окна. Полное ощущение того, что ты у кого-то во дворе. И вот, собственно, выход к парковке. То есть от парковки до пляжа с 10, ну, метров 150, может быть. И вот туда вот есть спуск, очень удобный по ступенькам. Там тоже небольшой пляж. На этом, наверное, все. До скорых встреч!